Пожалуйста, Евгений. Здравствуйте, меня зовут Басков Евгений, и я хочу рассказать про улучшение кода ранних этапов загрузки ядра Linux, над которыми я работал в последнее время. Ядро Linux обладает большой поверхностью атаки, потому что обладает большим количеством исходного кода, порядка 30 миллионов строк в текущей версии, и также оно взаимодействует с окружающим миром, то есть с пространством пользователя и с аппаратурой. Также ядро является критическим для безопасности компонентом, поскольку обладает высокими привилегиями и практически неограниченным доступом к ресурсам. Одним из небольших, но не по важности компонентов является код ранней загрузки ядра Linux, и мы рассмотрим структуру данного кода на данной диаграмме для архитектуры x86-64, поскольку дальнейшая работа производилась именно для данной архитектуры. Можно видеть, что этот код имеет достаточно сложную структуру, и он эволюционировал со временем вместе с самой архитектурой x86, когда в нее добавлялась поддержка 64-битной архитектуры и также поддержка UEFI и QEXEC. Наиболее современный и наиболее часто используемый используется загрузка с использованием 64-битных интерфейсов UEFI, которая выделена на диаграмме красным. О ней пойдет речь далее. Код ранней загрузки выполняет все более важную роль и становится все более объемным, потому что он выступает промежуточным звеном в цепочке доверия между прошивкой и ядром. Объем выполняемой им работы постоянно возрастает, и требования к данному коду постепенно повышаются. Большая часть внимания, однако, проходит мимо данного кода. Защита памяти на этапе ранней загрузки практически отсутствует. И также код загрузки ядра недостаточно соответствует спецификациям UEFI и PE. В ядре Linux на этапе ранней загрузки уже применяются некоторые техники защиты, которые, с одной стороны, усложняют код ранней загрузки и, с другой стороны, повышают безопасность данного или последующих этапов загрузки. В них входит рандомизация адресного пространства ядра как физической памяти, так и виртуальной, также известной как SLR, шифрование памяти и регистров, которое представлено расширениями SEF и SEF-ES от AMD и TDX от Intel. Эти расширения направлены на защиту от атак со стороны гипервизора при выполнении внутри виртуальной машины. И они доступны только в новых серверных процессорах и во время загрузки только для SEF. Для остальных выполняется только инициализация. Также реализована поддержка UEFI Secure Boot, которая является протоколом проверки цифровых подписей в составе стандарта UEFI. Однако реализация в ядре Linux имеет ряд недостатков. Например, не проверяется подлинность образа начальной файловой системы. И существующее решение данной проблемы — это использование Unified Kernel Image, которое объединяет само ядро, командную строку и сам образ initram.fs в один исполняемый файл PE, который подписывается уже цифровой подписью. UEFI, Unified Extensible Firmware Interface, это современный стандарт интерфейса прошивки, пришедший на замену более старому BIOS Boot. Поддержка этого стандарта необходима для использования новых возможностей аппаратного обеспечения. И в реализации загрузки с использованием данного стандарта в ядре Linux существует несоответствие стандарту. Ядро предполагает, что вся память является по умолчанию исполняемой. Это не обосновано стандартом и предотвращает загрузку ядра Linux или усложняет на более безопасных реализациях прошивок. Secure Boot, протокол проверки цифровых подписей, доступен при использовании UEFI, и для его применения существует необходимость, хотя и не строгая, подписывать ядро сертификатом Microsoft, что технически не обязательно, но упрощает установку конечному пользователю. Для этого оно должно отвечать требованиям, поставленным Microsoft, такими как выравнивание на границу страниц секций, соответствие спецификации PE, поддержка WXRX, о чем далее, и эти требования доступны по ссылке. Они недавно стали более строгими. WriteXR Execute или WXRX — это политика, которая заключается в отсутствии памяти, одновременно доступной на исполнение и запись. Она успешно применяется в некоторых других операционных системах на протяжении всей загрузки,
Но в Linux она используется только при полностью инициализированном ядре. Поддержка WXRX входит в состав требований Microsoft. Также эта политика затрудняет эксплуатацию различных уязвимостей и позволяет выявить ошибки доступа к памяти. Целью моей работы было улучшение защищенности и корректности кода ранней загрузки ядра Linux для платформы x86-64 при использовании UEFI-совместимых прошивок. И в задачи входило реализовать поддержку политики WXRX и общую защиту памяти на этапе ранней загрузки, при этом сохраняя существующую функциональность и не внося существенных изменений, накладных расходов. При этом еще предполагалось улучшить совместимость со спецификациями UEFI, PE и требованиями Microsoft. Для всех путей исполнения, вернее, для общей части всех путей исполнения, можно внести следующие изменения, которые улучшат безопасность работы с памятью. Можно убрать неявное выделение памяти из обработчика страничной адресации, обработчика ошибки страничной адресации, потому что это скрывает ошибки доступа к памяти. После этого разделить код и данные трамплина для переключения между количеством уровней таблиц страниц, выровнять секции кода и данных по границе страницы, а потом к ним применить более строгие атрибуты памяти. И указывать требуемые права памяти при отображении. Но при этом WXRX не везде применимо для общей части путей, потому что в связи с историей разработки данного кода код перемещается на более подходящий для себя адрес, и распаковка кода производится на месте. То есть входной буфер, содержащий сжатое ядро, и выходной буфер, в который производится распаковка, перекрываются. Также в начале исполнения есть таблица страниц, но мы не владеем, поэтому не можем безопасно изменять. Для загрузки с использованием UEFI можно пойти дальше. Можно реализовать прямое извлечение ядра из окружения UEFI, что позволяет полностью реализовать поддержку WXRX и позволяет избавиться от большой части legacy-кода. После этого необходимо установить минимально необходимые атрибуты памяти для каждого региона памяти, для секции PE и памяти, выделяемой средствами UEFI. Путь загрузки с использованием UEFI до указанных изменений выглядит следующим образом. Красные шаги являются избыточными, и после реализации изменений код становится более оптимальным и более кратким. Также ядро Linux при представлении на диске является файлом в формате PE. Но при этом генерация заголовков производится вручную, частично с помощью ассемблерных директив и частично с помощью вспомогательной программы, которая заполняет смещение во время построения ядра. В результате чего полученное ядро имеет ряд дефектов и несоответствий спецификации PE. С помощью последующих изменений они будут исправлены. Для этого необходимо выровнять структуры PE на натуральных выравниваниях, то есть на 8 байтов, соблюдать минимальные выравнивания секции, 512 байтов в файле и 496 в памяти. Последнее особенно важно, потому что в противном случае некоторые прошивки перестают применять строгие права доступа к памяти и делают память доступную на запись чтения и исполнения. После этого нужно корректно устанавливать флаги секции, а конкретно нужно, во-первых, генерировать больше одной секции, то есть секцию кода, данных, а не сваливать все в одну секцию. Убрать флаги выравнивания, потому что они определены только для объектных файлов. И устанавливать корректно значение полей в заголовке, которые до этого были либо невалидные, либо просто пустые. Их достаточно много, потому что это PE. И далее следует помечать файл как NX-совместимый, то есть поддерживающий политику WXRX. В результате было получено два набора патчей, достаточно больших. Первый из них улучшает соответствие со стандартом UEFI и убирает предположение о том, что вся память исполняемая, что позволяет использовать более безопасные прошивки, которые устанавливают строгие атрибуты памяти. Этот набор патчей уже некоторое время включен в основную ветку кода ядра. Второй же набор патчей имеет больший размер. Он добавляет поддержку WXRX для таблиц страниц, которым владеет ядро, то есть для общей части всех путей исполнения. Для загрузки с использованием UEFI этот набор патчей реализует полностью WXRX. Также оно убирает неявное выделение памяти, улучшает соответствие со стандартом PE, требования Microsoft, убирает излишнее копирование ядра
И этот набор патчей получил достаточно положительные отзывы. Для части кода, который реализует прямое извлечение ядра из окружения EFI, предложена была более радикальная реализация, которую я сам решил не писать, потому что ее с меньшей вероятностью бы приняли. Одним из мейнтейнеров, которые можно посмотреть также по ссылке, и которая позволяет исключить большее количество излишнего кода. Остальные части серии планируется разделить на более атомарные патчи и последовательно, постепенно заапстримить. Большую часть, я думаю, примут. В качестве заключения могу сказать, что в данном направлении еще есть недоделанные улучшения, которыми можно в последующем заняться. Например, реализовать проверку цифровой подписи NitramFS по аналогии с проверкой подписи модулей, предложить аналогичные патчи для других аппаратных платформ, хотя в них ситуация с кодом, насколько я смотрел, гораздо лучше, чем в x86, потому что код является более новым. И также убедиться в поддержке WXRX на протяжении всей загрузки ядра. Спасибо за внимание. Вопросы? Спасибо. Есть ли вопросы? Так, вот в первом ряду. Спасибо. Отличная работа. И классно рассказали. Несколько вопросов. Первое. Скажите, пожалуйста, какая модель угроз есть для ранних этапов загрузки в целом? Если мы просто грузимся из образа, да? Да, мы грузимся из образа. На самом деле угроз непосредственно со стороны ядра практически нет, только если в парсинге некоторых входных данных, таких как NitramFS. Но стоит считаться с тем, что поддержка более строгих атрибутов памяти также делает безопасными прошивку, которая может отображать память всю с более строгими атрибутами, и поэтому если есть, допустим, некоторые уязвимости в самой прошивке, то их тоже сложнее эксплуатировать. Вы имеете в виду, что какое-то повреждение памяти будет выявлено за счет вот этих атрибутов? Да. Угу. Хорошо. Спасибо. Другой вопрос касательно дальнейшей работы и проверки NitramFS. Вроде бы это можно делать сейчас с помощью поддержки TPM, правильно? То есть подписывать, делать сил на NitramFS с помощью TPM. А вы как планируете это делать? Я планировал это делать уже из ядра, так же, как это сделано для модулей. Но, по идее, с помощью TPM это требует стороннего загрузчика, не напрямую через EFI-стаб, насколько я помню. Разве из ядра можно проверить NitramFS, если загрузка ядра требует NitramFS? Она требует NitramFS на более поздних этапах. В ядре есть встроенный сертификат, с помощью которого проверяется модули сами, и также можно с помощью него проверять NitramFS. А, здорово, здорово, отлично. Большое спасибо. Здравствуйте. Хороший очень доклад, мне понравился. У меня один такой вопрос возник, правда, может, я в чем-то тоже не сильно разбираюсь. Вы говорили, что у ядра формат PE, да? Да. А разве не L? Нет. Во-первых, ядро имеет свой собственный нестандартный заголовок, который... ну, определенно исторический, и одновременно оно является с помощью EFI-STUB файлом PE, который можно загружать с помощью интерфейсов EFI напрямую. И оно не является эльфом. Понятно. Вопрос. Еще вопросы? Проводили ли вы работу по обеспечению проверки цифровых подписей для каких-то других прошибок, не UEFI с гигантским тоже... с гигантской поверхностью атаки, сервисами, которые в фоне работают и так далее. Можно еще раз? Есть ли, возможно, кто-нибудь занимается улучшением поддержки там, для, допустим, U-boot'а, значит, проверки цифровых подписей, скажем так, для чего-то, что с меньшей вероятностью содержит самоуязвимости, чем UEFI? Ну, я не слышал об этом. Но поскольку само ядро, оно может проверять вот подпись модулей, и если я реализую NitramFS, то оно сможет проверять подпись и NitramFS, то, в общем-то, это не будет зависеть от UEFI. И, возможно, кто-то уже реализовал проверку загружаемых файлов из U-boot, я не знаю, не слышал. Кого?
Здравствуйте. Что называется, а теперь анекдот. 10 лет назад я занимался поддержкой секьюрбута в Альте. Там была такая интересная зарисовка, вот как это, к слову, всем, кто занимается безопасностью. Какое-то время мы шли по протоколам UEFI Certification Authority, читаем Microsoft, да. И какое-то время шел пинг-понг с ребятами-индусами оттуда насчет того, что нет, вот вы соберите вот так, а вот а зачем вы это делаете, а что еще. В итоге сработало позвоночное право, то есть им позвонили, так сказать, по некоторой цепочке знакомств прямо оттуда же из Microsoft, сказали все подписать, нам подписали все 4 бинарника, из которых работал только один на поверку. Вот, поэтому есть технические вещи, а есть все та же социальная инженерия. Это раз. Два, в процессе тех работ, я не знаю, как сейчас у вас там вкладывалось или нет какое-либо ощущение, у меня сложилось весьма четкое ощущение, и дальше оно только закреплялось, вот когда пошел 32-битный UEFI, там вот эти вот все танцы, что безопасность здесь по Orwell. То есть она может быть технически обеспечена, но целью является чистый вендорлог, вот как тут ребята упоминали после февраля прошлого года, там, ну, собственно, в одном из предыдущих докладов сегодня, что тут целью является чистый вендорлог и никакая не забота о пользе. Ну, с какой-то точки зрения вот эти изменения все равно имеют смысл, потому что они позволяют выяснить ошибки в самом коде ядра. Я даже некоторые нашел, потому что, допустим, вот неявное выделение памяти приводит к тому, что не учитывалось необходимое место в таблицах страниц для отображения страниц для таблиц ECPI, выделение которых производилось в обработчики ошибки страничной адресации, и после этого, после того, как я сделал все явным, оно обнаружилось. Также вот именно подпись с сертификатом Microsoft скорее не является вот необходимостью, оно является в том числе способом привлечь вот большие дистрибутивы, чтобы мне было проще заапстримить код. Еще вопрос. Ваш опыт взаимодействия с мейнтейнерами ядра, как вы оценили, как принимают ваши патчи? Ну, постепенно принимают. Естественно, требования к коду, включаемым в ядро, достаточно большие, потому что это ядро, но это оправдано. Ну, объем патчей довольно большой, там больше нескольких тысяч строк кода. Да. Но я так понял, что в основном вы их удаляете, да? Нет, я их в основном добавляю, там больше стало на 2000. Понял. И еще разок про Nitro MFS. Получается, сейчас способ иметь подписанный Nitro MFS, запечь его в ядро, в образ ядра, правильно? Да. А если мы хотим проверять его подпись отдельно, как, какая здесь вообще получается цепочка? Потому что в ядре должен быть публичный ключ, который проверит, что Nitro MFS подписан в закрытой части ключа. Я предполагаю так. Также есть еще аналог вот systemd бута маленького, который поддерживает отдельное хранение ядра, Nitro MFS и командной строки. Mm-hmm. И оно проверяет хэши этих файлов, а не цифровые подписи, но технически такая возможность есть. Кстати, вы упомянули классный момент. Подпись параметров загрузки ядра она каким-то образом выполняется сейчас? Есть такие возможности? Нет, но по идее изменить эти параметры можно только либо со стороны пользователя, либо со стороны уже загруженной операционной системы. То есть он же хранится в параметрах. Ну, то есть там условный U-boot, загружая ядро Linux, передает ему параметры загрузки. Можно как-то их проверить, что там атакующий не выключил KSLR? Ну, в данном случае сейчас это не проверяется, но я, возможно, этим займусь. Это классная штука, мне кажется, никто так не делал еще. Спасибо. Еще вопросики? Белая шляпа, пентестер, а? А ведь мог бы на этом деньги сделать, а? Подождать, рассказал сразу, а? Так, еще вопросы есть? Так, давайте я от себя тогда задам, если вопросов нету. Такой попробуем немножко укрупнить масштаб. Вот, значит, есть у нас UEFI, да, загрузчик, который используется на там, практически всех компьютерах. А, значит, у нас, если я правильно понял, сейчас я вот не найду, наверное, сразу слайд, но есть требования, в том числе Microsoft, о том, что должна быть вот эта политика указана, да, write, XOR, execute. Вы как-то очень хорошо ее произносили, так это термин какой-то у вас был. Ну, в общем-то, вот политика это нужна. Я так понял, что до вас никто не пытался эту проблему решить. То есть в UEFI вот этой политики не было, при этом она является одним из требований. И это прям вот важная такая задача и важная дыра при этом в UEFI. Вот пытался ли кто-то заниматься этой проблемой до вас? Поддержка этой политики, она возникла в Microsoft, не знаю, параллельно примерно с моей работой. Они предложили еще протокол в UEFI, который позволяет управлять правами доступа к памяти. Мне кажется, что они планируют
реализовать эту политику у себя, и после этого вендоры начнут повсеместно внедрять эту политику, забывая тестировать загружаемость ядра Linux. Если не поддерживать эту политику, то оно просто где-то перестанет загружаться. Например, вроде бы сейчас память отображается без разрешения неисполняемости на каких-то лэптопах Surface. Mm-hmm. Так что, в общем-то, это техническое требование, ну, заодно позволяющее избежать некоторых багов. А Microsoft делает открытые патчи? Патчи... Ну, не знаю, коммит вот в эту в ветку UEFI свою. Я вроде бы, да, делал, допустим, реализацию этого протокола в их форке, в... как он называется, не помню. Вот, ну, то есть, другими словами, точно. Вы идете параллельно с ними или как-то вот совместно, там они что-нибудь выкладывают, вы коммитите в это, или там совершенно это разные ветки? Я занимаюсь реализацией для ядра Linux, они вроде бы реализовали для прошивки, ну и, естественно, для Windows, и, естественно, реализация для Windows не является открытой. Все, я понял. Спасибо. Так, ну давайте поблагодарим еще раз докладчика. Спасибо.